Доброе утро! Алишер сразу начал прихорашиваться. Рефлекс. Как видите, мы выехали. Мы сегодня едем в клинику делать артёж УЗИ мозга и шеи. Смотреть, что там и как дела. Я вся такая... Я очень волнуюсь на самом деле. Посмотрим, как там. Сколько нам ехать? Полчаса. Полчаса? Ну, чудесно. Тогда мы не опоздаем, нам 12. Я сегодня нет, у меня глаза еще не открылись никак. Да. Не вовремя меня ребятенок разбудил. Да? Да? Быстро сколлаборировались. О, надо маме позвонить. Убрались. Все сделали, позавтракали, поехали. У Алишера сегодня выходной. К счастью, его плавающий выходной выпал именно на сегодня. Так что нам очень повезло. Поэтому, я думаю, после клиники мы тоже куда-нибудь поедем. Пока еще до конца не решили, куда. Но, скорее всего, попытаемся снова заехать в магазины. Наверное, со стороны кажется, что мы только и делаем, что ходим по магазинам. Но весь прикол в том, что мы по ним ходим и ничего не покупаем, потому что мы не можем найти то, что нам понравится. Если честно, я уже устала по ним ходить, но деваться некуда абсолютно. Артёш, что скажешь? Доброе утро! Доброе утро! Кулак вкусный, соска вкусная, не скажу, не могу выбрать, что погрызть, но что-нибудь хочется погрызть. Ура, ура, ура! Мой муж привез меня пошопиться. Мы уже все расправились с доктором. А стало немножко лучше, чем было, хочешь вести. Вот, но все равно не идеально. Зато шея после остеопата. Почти идеальное. Было смещение 4 позвонков на 4 миллиметра, а теперь 1 на 1 миллиметр. Проснулся, но ему уже пора по режиму просыпаться. Вот, и сейчас мы пойдем. Много куда пойдем. Я в детский мир хочу. Детский мир, детский мир. Блин, холодно, мы сейчас ехали, снег пошел. Смотри, какой интересный столик. А, это перед диваном. Сковородка. Нам не нужна сковородка? Завтрак, блинчик с сиропом нам нужен? Детский мир. Кто ругается? Ты ругается? Смотри, это камера, ты ее любишь? Вот, сразу ругаешься. Скажи, скажи, ходим мы тут, ходим. Держи. Надо? Надо. Мы сейчас будем кушать. Мы были в детском мире. Мы купили Артёше пару футболок. Вот. Зашли в Икею, посмотрели идеи организации пространства. Сейчас перекусим и... Не знаю, полчаса по шмоточным магазинам, а потом в Ашан уже. Вот. И подписчицы встретили. Так что, хороший день. Артёша держится за меня. Алишер предал меня. Он заказал сырники в теремке. Как он мог предать мои сырники? Надо купить творог для сырника. Не принёс мой блинчик. Всем привет. Как тебя зовут? Надя. Очень приятно. А, из Беларуси? Из Беларуси к родителям приехали. Поэтому всем привет, кто смотрит. Вот, ладненько, я побежала. Давай, пока, спасибо. Артёша, у тебя новая игрушка. Мне понравились вот эти туфли. Я не знаю, брать, не брать. Кажется, я и нашла практически идеальные туфли. Вот. Выглядят так, как я хочу, только они не идеально удобные. Очень высокий каблук. Предыдущие были удобнее, но эти подойдут ко всему. Наверное, я их возьму, сейчас подумаю. А еще я мастер. Я уложила ребенка без истерик, вам слово. Замотала его, и он уснул. Я отдала Алишеру список покупок, а сама залипаю на детские вещи. Артёш проснулся. Ку-ку, ку-ку. Какого зайка? Я тебя люблю-люблю-люблю. 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 Отправить надо. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Хохотушки-хохотушки. Я тебя люблю. Это весело? Это очень весело. Весело-весело. Привет-привет. Привет. Привет-привет-привет. Люблю-люблю-люблю.
Люблю-люблю. Скуши-скуши. Скуши. Кто такой хорошенький? Кто такой хорошенький? Кто это? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Глазки ты строишь. Ой, солнышко мешает. Да, едем, едем, едем. Едем домой. Наконец-то. Мы устали. У меня еще гулять с ребенком, а Алишеру идти в парикмахерскую. Но теперь я в счастье, потому что туфли я купила. Артёша вещи купила, и больше мне не надо ходить по магазину. Слава богу. Все, ноги моей там больше не будет. У меня три. Небось, через 3 дня я опять скажу, да что-то так надо что-нибудь купить, прям не знаю. В общем, понаходитесь. И вот едем. И едем. Люблю-люблю-люблю. Иди, милашка. Мы приехали в Сестрик, и я отправилась гулять, а Алишер пошел в парикмахерскую. Мы пришли домой. Смотрите, как его красиво постригли. Сделай вот так, пожалуйста. Мне нравится. Правда, круто его постригли? По-моему, очень классно в этой нашей местной парикмахерской. Что мы еще сделали? Мы моем коляску. Мы маньяки. Мы любим нашу коляску, как Алишер любит наш автомобиль. Поэтому я ее помыла и даже ей диски зубной пасты почистила, чтобы они вот тут были белыми. Сейчас она высохнет, мы ее разложим. И надо корзину внизу помыть, вот эту, которая... Потому что сезон бесконечных дождей вроде бы кончился, но, по крайней мере, мы надеемся на это. Прыг! Вот. И сейчас я буду показывать, что мы там купили. Купили. Ну, как всегда, Лиза купила кучу всего Артёше. Я по-другому не умею. Вот такая вот футболочка. Что такое трейл? Хвост? Где мой хвост? Что такое? И вот с такими таксами. Такие две. И такие клевые. По-моему, очень классные. И вешалки нам достались. Действительно, некоторые блогеры говорят, нигде не продаются детские вешалки, они реально нигде не продаются. Поэтому все, что у нас есть из детских вешалок, это то, что мы купили. Это что, это твое? Мы купили Алишеру. Футболку. Посмотрите, какая она яркая, с таксами. Такая оригинальная. Какой покрой, какой цвет. Вы нигде такой не найдете. Кузя, сгинь отсюда, а мы чай пьем. Иди отсюда. Да, вот правильно, по батарее давай. Ты живой, старичок? Еще мы купили просто восхитительные, невероятные черные носки. Размер 39-42. Держи. И еще мы опять же взяли Артёши. Ну, я не могла остановиться. Остапа понесло. Просто когда такие красивые пижамы, ну как можно пройти мимо? Не купить ребенку. Клевая одежка. Ваша любые копейки. Вот такая пижамка. Это он будет носить когда? Ну, уже ближе к следующему Новому году. Зимой, короче. Такие. Кто тут? Львы, зебры, крокодилы, обезьянки, змеи. Вот. И вторая тоже. Надо. Она такая клевая, плюшевая. Don't worry, be happy. Я тут куда-то звонила, не помню куда, по-моему, в службу доставки, и у них на телефон вместо занудной музыки, когда ждешь, играла вот это Don't worry, be happy. В итоге я там 2 минуты зажигала, и потом мне говорят, Аля, здравствуйте, я слушаю вас, а если такая, а что я хотела вообще? Вот, и еще, конечно же, туфли моей мечты. Ура, 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 ура. Блин, они клевые, я рада, что я их взяла. Какие красивые. Подойдут ко всему. Правда, у тебя идеальная женщина. Одни туфли, пожалуйста, мне. И все. Супер. Надо для них коробку сейчас подобрать и спрятать их. До того волшебного момента, когда когда-нибудь, куда-нибудь надо будет выйти на каблуках. Интересно, это случится когда-нибудь? Этим летом. Пока ни на какие праздники нас не приглашали. Марину, если замуж выйдешь. Так, Марина, давай замуж, у меня туфли. Их надо обновить. Ничего не знаю. 3, 4, 5. Вышел, значит, погулять. Супер, папа раздевает ребенка.
А супермама набирает ванну. А потом будет укладывать ребенка. Наверное, выгуливать собаку, заниматься делами, надо на письма ответить. Вот, и в общем это. В общем, я думаю, что я попрощаюсь, а то я все время вспоминаю об этом, когда я уже свет выключил. Потому что сейчас уже ничего супер интересного происходить не будет, поэтому увидимся с вами завтра. Пока-пока!